12 сентября 2012 года, время 11 часов. Задание сегодня такое: перевести скоростной фильм в Каменск-Уральский бульдога. Это где-то 600 километров получается. И завтра то же самое. Заезжаем на базу. Выезжаем с базы. Время 11:30. Начинается дождик, блядь. Вот тоже, наверное, блядь. На форде ехал, хуяк резко, блядь. Встал, нахуй. И КамАЗ в него вошел, блядь. Матч имеют 4-6 очков. Забили они при этом. Вон, блядь. Ни хера не соображают, что сзади машины едут, блядь. Вот такая же ситуация, точно, как у меня была, блядь. Входим с Икада на Пермский тракт. Вертолет что-то завелся, блядь. Да, собрался, блядь. Добрались до Ачита. Время 15 минут третьего. Вот нам туда надо. На Красноуфимск. Красноуфимск, 23 километра. У нас Александровская, серпантинчик такой небольшой, между Ачитом и Красноуфимском. Типа плотины сделаны. Где-то здесь должна быть стоянка, и на ней бульдозер. Будем искать. О, вдалеке бульдозер стоит. Наверное, он. Ну а это завтра мы под бульдозер, потому что концы под бульдозер засунем. Погружаемся. Сюда пусть возьмет. Скажи пусть. О, все. Все нормально.
на эту сторону встаньте. Вы там у себя видите, а тут-то не видите же. Левее! Блядь, сейчас скользет нахуй. Съезжай, блядь. Пиздец, блядь. Блядь, порвал мне, что ли, сука? Ебаный в рот, блядь. Там смотрите, там у вас нормально, а сюда-то вы же не смотрите. Здесь-то, блядь, вон как. Пиздец, блядь. А, мне все оторвет нахуй. Ебаный в рот, блядь. Так сходни-то ни при чем, сходни он заезжает. Вы здесь его пустили сюда близко. Это скользкого очнулся. Пиздец, блядь. Все, нахуй, фонарь под замену, блядь. А ему там не видно, это на самый верх стало. Его отсюда не видно. Да не видно ему! Походи, она видит! Как сразу пошел, не останавливайся, не надо, не останавливайся, помаленьку зашел. Надо дергать, пошел и пошел помаленьку, не останавливаться, на горбах. Попытка 2. Не надо вот. Блять, сюда нахуй! О, блядь! Ты сейчас, блядь, опять сползет, съезжай нахуй, съезжай, блядь.
Оп! Оп! Ой! Да не-не, съезжай нахуй! Блять, сука, в сырую погоду пиздец, как нахуёво грузиться, блять.